И напоследок, тулуп в ритме вальса. Вратарь челябинского трактора станцевал под музыку Штрауса. Забавное видео в социальных сетях уже посмотрели несколько тысяч пользователей. Ролик снят на тренировке перед игрой с московским «Динамо». На кадрах видно, что на площадке неожиданно включается вальс на прекрасном голубом Дунае Иоганна Штрауса, сына. И вратарь в 30-килограммовой амуниции начинает танцевать. Причем так мастерски, что у пользователей невольно возникает вопрос. Уж не профессиональный ли фигурист скрывается под вратарской маской? А вы как думаете? Между тем, с 20 по 25 декабря в Челябинске пройдет чемпионат России по фигурному катанию. И как раз на ледовой арене «Трактор». Может быть, этот ролик с танцующим вратарем – хитрый пиар-ход? Вопрос пока открытый. На этом все. Такими были главные события недели. Меня зовут Анастасия Плотникова. Увидимся ровно через неделю в это же время на том же месте.